Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, друзья! Давайте смотреть очень интересный футбол. Игра началась. Смотрим. Итак, у нас аут. Швайнштайн. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. И вратарь забирает этот мяч. Попытка обострить игру. Швайнштайн. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Мы с вами прекрасно знаем. Обработка мяча решает многое. Уолтворт. Опасная передача, но и защитник не дремлет. Перехватил этот пас. На этом атака окончена. Офсайд. Такие передачи всегда... Так, здесь штрафной. С самого начала арбитр задает планку дозволенно. Только-только началась игра и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи. Штрафной ставит судья. Плохо сыграно, мяч потерян. Швайнштайн. Эффектный пас. Точно в ноги партнер. Забивать надо! Штангу мяч угодил. Играй! Мяч на лицевой линии. Его ведет в игру вратарь. Ушел мяч. Аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. А вот это уже здорово. Офсайд, нет никаких сомнений.
Видаль. Потеря. Все, в оборону. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Сыграно жестко, но в рамках правил. Волко. Аут. Можно подать. Прекрасный навес. Опасная подача, но защитник на месте. Угловой. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать. Головой пробил он по мячу. Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Очередной угловой. Угловой. На месте голкипер, все в порядке. Лайнсман показывает на угол поля. Будет подача или розыгрыш, посмотрим. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Удар! Опасно! Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Удастся ли им быстрый выход из обороны в атаку? Остановлено, будет угловой. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? На желтую, пожалуй, игрок наработал в этом эпизоде. Добавил бы лучше 45. Мяч выбит. Угроза миновал. Видаль. Какой навес! На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбит. Посмотрим. Арбитр фиксирует офсайд. Но если он и был, то очень небольшой. Первый тайм завершен.